Алло, да, да. Хорошо, договорились, да, завтра встречаемся. Ну, там с утра созвоним, все, уточним время. Так, дорогие друзья, сейчас я вам покажу одно очень легкое и быстрое упражнение с мышцами шеи и плечевого пояса. Дело в том, что сейчас у нас такая жизнь у всех. Либо вы офисный сотрудник, либо вы дома работаете, но все мы постоянно за компьютером что-то пишем, напряжение огромное скапливается вот в этой области. Ко мне постоянно люди с этим обращаются, поэтому, поверьте мне, уж я это точно знаю. Упражнение заключается в том, как это расслабить быстро, не вставая даже с рабочего места. Итак, показываю. Чисто интуитивно, даже вы наверняка видели, как это люди делают, потирая шею, так немножко, да, постановая. Вот с этого как раз и начинается это упражнение. Все правильно эти люди делают, чисто интуитивно понимая, что нужно делать. Вы просто прикладываете руки к своей шее, начинаете потихонечку разминать, например, вот так, вот перекидывая голову, как мяч, между руками. Размяли, так. Теперь берем, упираемся рукой в сочленение, где заканчивается шея и начинается плечо. Там вот мышцы как бы вот так вот немножко пересекаются под углом. Как можно глубже вы этой рукой себе туда вдавливаете, а другой рукой упираетесь в верхушку своей головы, давя в противоположную сторону. И вот так вот себя выжимаете как бы эту шею в ту сторону. Даже можно сделать это резко, до характерного хруста он вам не повредит. И то же самое в другую сторону. Такие упражнения можно повторить 2-3 раза, 10 раз, ну, по собственному состоянию. Далее, что мы делаем? Мы берем противоположной рукой плечо с другой стороны. Хватаем себя за вот эту вот большую трапециевидную мышцу плечевого пояса. И начинаем ее сжимать, поминая вот так вот. И потихонечку от самой шеи мы скользим к границе плеча. Размяли здесь, размяли с этой стороны. При этом вторая рука, естественно, полностью лежит безвольно. Она полностью свободна. Размяли тут. Далее, дамы и господа, и еще одно упражнение интересное. Берем, соединяем два больших пальца, указательный и самый длинный палец руки, и накладываем себе на самый верхний позвоночник, который соприкасается с черепом, да? Вот вам, наверное, видно, как я захватил эти мышцы и растягиваю, тяну пальцами эти мышцы вперед, при этом затылок и прокидываю назад. Вот такое движение. Голову назад. Голова и руки движутся в противофазе. Также спускаемся на один позвоночник ниже. Тоже делаем, повторяем 2-3 раза. Вы можете, если вам мешает элемент одежды, можете ее расстегнуть, или если у вас там водолазка, можете через нее делать. Но я немножко вот приспущу рубашку, чтобы вам было нагляднее это все видно. Смотрите, спускаемся еще ниже. Вот так. И еще ниже, до самых 6-7 позвонка шейного, который уже переходит в позвоночник грудного отдела. Ну, смотрите, я не буду снимать в данном случае рубашку, я просто подниму горлышко, постараюсь вам объяснить. Седьмой позвонок – это тот самый большой, который больше всего выпирает у вас вот здесь. Далее за ним идут уже не шейный отдел позвоночника, а грудной отдел позвоночника. И наше вот это упражнение, растягивание пальцами этих мышц, заканчивается возле этого седьмого позвонка. Вот так тянемся, опять в противофазе, голову назад, руки вперед. И так потихонечку, даже иногда слышно хруст. Хрустит это не позвоночник, а хрустят закрепощенные суставы, спазмированные суставчики. И заканчиваем это упражнение тем, что хватаем себя за вот эту вот мышцу вот эту большую, хватаем и тянем вперед, голову тоже назад. О, вот так вот. И еще раз. О! Вот так вот видно, да? Давай спереди покажу. Вот так. В противофазе. То есть эту мышцу захватываем крепко. Вот так вот. Вот такой захват, очень крепкий.
и тянем эту мышцу вперед, а голову назад с легким поворотом в ту же сторону. Вот и все, дорогие мои друзья. Все эти упражнения у вас на рабочем месте займут ну максимум 3 минуты, ну может быть 5 минут. Но после этого вы не представляете, как яснеет голова, светлеет взор, у вас прилив энергетический, у вас ум начинает прямо, вы чувствуете, как начинает все работать, как работа потом кипит, все спорится, идет творческий процесс. Поэтому, пожалуйста, никого не стесняясь, в офисе, как заболела шея, как там что-то застоялось, делаем это упражнение, и вы как можно дольше продлите свои трудовые годы, рабочее настроение поднимете и останетесь здоровыми, что я и вам желаю. Ну что ж, до новых встреч, смотрите мои следующие ролики, где я расскажу о том, как применить технологии мануальной терапии в домашних условиях, используя обычное кресло. До свидания.